Друзья, всем привет! Вы на канале Сельчанка в Америке. Хочу показать последствия моих принцесс, моих павлиночек любимых, красивых. Смотрите, утром еще был здесь очень классный, красивый вазончик. Стулья я здесь поставила, они их перелетели. Им это не помеха. И вот что они натворили. Вот какие красотулечки мои. Мои девочки, мои золотые павлинчики. Как же жалко, бедненькие мои цветочки. Ой-ой-ой. Сейчас будем их подвязывать, обрезать и поливать. Ну, что ж поделать. Ну, павлинок в одного или в одной, я считаю. То в одной девочке... Я отрезала крыло, они зашли вот туда в тепличку, и я умудрилась одну девочку поймать, взять быстренько ножницы, там у меня все на месте, там у меня есть ножницы всегда, и получилось, что я отрезала крыло, две крылы, не крыло, не крыло, друзья, а перья просто на крыльях. Еще надо другому отрезать, но тот убежал. Так что вот такие у меня дела с моими цветочками. Ну ничего, сейчас буду их поливать и убирать. Все, немножко обрезала его, то, что они поломали. Подлила лекарства для цветов и пускай растет дальше. А тому парню отрежу тоже крыло, перья на крыльях, чтобы... Не летала, то я им отрезала весной, да, где-то в начале весны, ну и уже отросли, уже летают.